Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И перед тем, как снять основную часть своего ролика, пожалуйста, прошу вас подписаться на тот канал, который вы смотрите. Вот на этот связанный мой канал Space Mix, который выглядит вот так. Спасибо вам большое и погнали. Мы сегодня будем рассматривать способ сделать ролики для ТикТока, Инстаграма, Ютуба и так далее, не имея никакого опыта в создании роликов, не имея никаких программ, не имея голоса и так далее, не показывая свое лицо. Вот для примера перейдем вот на ТикТок. И поскольку канал посвящен заработку в интернете, я набрал вот такой вот поисковик Make Money Online. И вот, смотрите, вот выдает целую кучу разных роликов. В большинстве из них есть лицо снимающего, но есть и такие, которые вот я уже предварительно нашел, которые практически не показывают своего лица. И у них на аккаунте вот такие вот всякие ролики коротенькие, в основном без лица. Вот здесь лицом, но вот как видите, очень много не показывая лица роликов. У этого человека 66 тысяч лайков, 18 тысяч подписчиков. И, естественно, он предлагает, вот можете увидеть, 5 лучших сайтов для заработка денег. Да? Естественно, перейдя по ссылке, мы попадем на какой-нибудь его курс или продажник. Вот, пожалуйста, видите? И вот таким образом он продвигает свой продукт. Продукт из Кликбанка. Вот видите, ClickFunnels. Вот таким образом это все работает. Вот давайте на один ролик его перейдем. Вот этот его ролик. Вот смотрите, здесь нет абсолютно ничего. Я сейчас включу музыку тоже, просто чтобы вы видели, что там звучит музыка, и вот то, что тут пишется, эти фразы повторяет голос. Marketing, dropshipping, Amazon FBA, real estate rental. Follow to learn. Make $3,000 per month. With... Так, то есть увидели, да? На фоне идет подсчет денег, вообще не связанный ни с чем. И голос под музыку рассказывает, повторяет те фразы, которые вот здесь вот появляются. Что мы для этого, чтобы сделать такие же ролики, можем использовать, еще раз повторяюсь, не зная языка, не зная ничего, абсолютно ничего, ни языка, ни фотомонтажа, видеомонтажа, ничего такого. Сейчас в интернете очень много всяких программ, которые работают на искусственном интеллекте. И вот одна из них, которая мне понравилась, называется Pictory. Она создает всякие ролики для YouTube, можно создать, для постов в Facebook и для Instagram, Twitter, Pinterest и так далее. У них есть платные планы. Они нам не нужны. Для того, чтобы начать, нам достаточно кликнуть вот по этой синей кнопке и сделать простую регистрацию. Правда, в этом случае у вас там будет водяной знак. Слава богу, у них не такой уж и заметный этот знак. Но в любом случае, если с помощью этой программки вы добьетесь результатов, можно перейти на платный план, на платную подписку. Я все время говорю платный план. Так, перейти, значит, на платную подписку, она недорогая, где-то 19 с чем-то, ну, $20 в месяц будем считать. Это для такой вот программки недорого. Значит, кликаем вот по этой синей кнопочке, попадаем на такую нехитрую страницу, здесь абсолютно ничего сложного нету. Имя, имейл, пароль.
ну, к паролю свои требования. Там буквы большие, маленькие, специальные знаки и так далее. Значит, зарегистрировались, вам приходит письмо на почту, подтверждаете свой аккаунт и попадаете вот на такую вот свою начальную страницу. Вот так вот эта страница будет выглядеть. Это ваш кабинет. Я тут уже создал пару роликов. И сейчас хочу их вам проиграть на плеере. Вот это первый ролик. Он выглядит вот так. Как видите, вот здесь внизу идет текст, и женский голос вслед за текстом повторяет то, что там написано, да, скажем так. Но есть вариант и другой. Вот я сделал, он мне не понравился, и я его переделал, получил вот так, вот такой вариант. То есть, опять же, эта девушка все повторяет, вот эти фразы. Текст сделал чуть побольше, подсветил его. И такие нехитрые преобразования. То есть, вы можете сделать там 5, 10, 20 вариантов, пока не привыкнете к этому всему, не поймете, что и как там вам удобно будет делать. И у вас будет получаться в итоге на любой ролик будете тратить там 5 минут. Теперь смотрите. Давайте показываю пошагово, как создаются такие ролики. Поскольку я в последнее время говорю об аффилиат-маркетинге, вот это мой аккаунт на Jiggystore24. Ну вот возьмем для примера вот такой вот товар, который я хочу продвигать. Чтобы подробнее о нем узнать, ну, здесь написано, можете через переводчик там у себя любой товар посмотреть и понять. То есть, получая оплату за использование Facebook, Twitter и YouTube. Что мы делаем? Вот это ихнее, вот здесь правым кликом открываем страницу продаж. Ну вот она выглядит вот так. Начать опрос и так далее. Здесь у нас, вот снизу ссылочка, это инструменты, которые помогают людям вроде меня, которые вот занимаются аффилиат-маркетингом. Тут промо-линк, всякие картинки, баннеры и так далее. То есть люди подошли очень хорошо, смотря где вы будете рекламироваться, все инструменты, где вы будете продвигать, в смысле, этот товар, все инструменты у вас есть. Ну и здесь вот возьмем вот эту вкладочку. Ну и для полного счастья, вот здесь вот вырезаем именно сайт самого производителя, это их сайт нормальный, и попадаем вот на эту ихнюю страницу. Это уже ихний сайт. Вот этих трех вкладок нам вполне достаточно. Здесь с этой вкладки мы для чего их открыли? Чтобы мы не знаем английский, мы не знаем, что, какой текст туда вставить, и мы сейчас будем с вами пробовать взять эти тексты из этих трех позиций. Значит, здесь ничего нету, можно закрывать смело. Здесь в имейлах. Ну вот смотрите, вот здесь промо-имейлы, да, скажем так. Вот этот текст можно использовать для создания такого ролика.
И вот ихний сайт, и тоже у них текст, который можно использовать для создания ролика. Итак, что делает этот инструментик? Он превращает ваш текст, который вы просто текстом ввели в этот инструмент, он превращает вот в такие вот надписи сам по себе. Подбирает картиночки, которые соответствуют теме вашего видео, и голос озвучивает этот ролик. То есть, еще раз, он сам, значит, подбирает, преобразует текст вот в такие вот надписи. С помощью искусственного интеллекта подбирает картинки. Девушка или мужчина, на ваш выбор, озвучивает этот текст. И вы имеете то, что сейчас видно в моем экране. Поехали дальше. Теперь, вот этот текст, если взять, скопировать, здесь есть, в этом инструменте есть несколько вариантов. Давайте этот текст скопируем. Допустим, мы хотим вот этот текст превратить в речь и снять на эту тему ролик. Мы можем кликнуть вот «Процесс», ставить сюда этот текст. И этот искусственный интеллект, вот если мы сейчас кликнем «Процесс», надо выбрать размер окна. Это для обычного видео, это для вот социальных сетей Twitter, Instagram, а это для Facebook поста. Мы выбираем, допустим, вот этот вариант, и этот искусственный интеллект сейчас загружает наш текст в себя. И в последующем, значит, пока он загружается, он из этого текста выбирает те ключевые слова, которые надо, под которые надо подобрать картинку или небольшие кусочки видео, разбивает это все на сцены. Вот это называется сцены. Вот сцена 1. Сцена 2, сцена 3, и вот так вот несколько сцен. На бесплатном аккаунте, вот смотрите, 11 сцен. То есть он разбил это все на 11 разных сцен, подобрал под каждую сцену свою картинку или короткий ролик. Вон, видите, там USB-шкой пользуется человек, здесь что-то строится. То есть он сам все это сделал вместо вас. И вот здесь очень маленький, но видно, что тут есть надписи, которые можно увеличить. Ну, допустим, сделать вот такими большими. Можно еще больше их сделать. Можно подсветить разный сам текст, сделать другого цвета. Можно вообще там под него сделать подсветку, да, вот бэкграунд, допустим, вот такого, вот красного цвета. То есть вы обрабатываете, и в каждой даже сцене можете поменять, можете применить для всех сцен. Вот apply для всех сцен, и во всех сценах текст будет вот такого цвета, вот такого размера и так далее. Ну, тот метод, еще один тут есть метод, который на первый взгляд кажется очень легким, но я предпочитаю им не пользоваться. Вы можете взять, это метод второй, взять именно, вот здесь есть у них свой текст на сайте, думаю, это более так они продумали, да, например, и просто взять вот эту ссылочку, скопировать ссылку на этот сайт, перейти сюда, и вот здесь уже второе окно, вот сюда вставить эту ссылку, Ctrl-V, и кликаем по «Процесс». Робот выбирает через эту ссылку вон тот текст,
который находится под этой ссылкой, и разбивает его на свое усмотрение. Это уже он сам смотрит, что там более такое ценное. Разбивает это, вот здесь мы видим слева, это сцены. Вот сцена первая, сцена вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. То есть он подумал и решил, что 6 сцен достаточно для того, чтобы передать вот все то, что надо передать. И дальше кликаем Next, и он под это все, опять же, выбираем, в каком нам надо ключе создать вот этот ролик, для чего, для YouTube, для Pinterest, для Twitter. И он создает эти сцены. Вы можете, вот первая сцена, он какая-то, она какая-то черная. Здесь мы видим, что там будет, вот слева мы видим, что там будет показано и вот здесь написано. Для того, чтобы это все озвучить голосом, чтобы кроме вот этой вот надписи появлялась и речь, кликаем вот по аудио. И здесь, смотрите, мы любую сцену можем сделать превью. Вот кликнуть превью и посмотреть, как она, как эта сцена. Вот видите. То есть только музыка, эта музыка нам нравится или не нравится, можем здесь поменять эту музыку. Но что тут более ценное? Вот voice-over, сверху голос. Кликаем сюда, и здесь у нас есть выбор мужчины, женщины и английский, американский. То есть язык тоже можем здесь выбрать. Итак, значит, выбрали здесь голос мужской, женский. Выбрали соответствующий акцент и наложили поверх ролика. Можете не по каждой сцене отдельно, а вот здесь вот, видите, здесь, например, выбрать только текст. Я сейчас вам не смогу все это показывать в подробности. Ну, поиграть можно самим и выбрать тот вариант, который вам больше всего подходит для данного вашего ролика. Но тот вариант, который я лично предпочитаю, это создать свой сценарий и под него сделать ролик. Мы не сильны в написании сценариев, но в этом нам поможет Google переводчик. Вот смотрите, это ихняя страничка. Мы копируем вот этот текст полностью и вставляем в Google переводчик. Здесь сразу смотрите, для чего это делается, чтобы в переводчике уже почитать и оформить сам сценарий под свой вкус, и чтобы был именно акцент на то, о чем вы хотите подчеркнуть. И здесь, в этом тексте, могут быть, скорее всего, они и будут лишние слова. Вот, например, я работаю из Армении, робот будет переводить как вот «работайте с Арменией». То есть вот такие вот слова, которые не нужны, надо убирать. Вот мы вставили это все сюда, перевели с переводчиком полностью, вот через это скопировали полностью текст. Переходим в обратный переводчик с русского на английский и вставляем сюда. И теперь вот здесь все мы можем прочитать по-русски. Все, что не надо, должность, допустим, раз убрали, убрали Армению, убрали. То есть мы ищем обычных людей и поставить тут точку или запятую, которые помогут и так далее и тому подобное. Смотрите, на что надо обратить особое внимание, чтобы этот роботизированный голос был
более человечным, постарайтесь полностью расставить точки, запятые, восклицательные знаки. Все эти знаки препинания будут делать голос, будут делать рассказ на английском языке человечным. То есть не будет вот такой вот робот. И не делайте слишком длинные вот эти тексты. Оно вам не надо. Вот, допустим, сократили там до 5-6 сцен, создали короткими такими фразами, не длинными, не надо длинные. Вот, допустим, вот это у вас будет первая сцена, если вторая, вот сделайте вот такой пробел или перенесите и так далее. Вот так вот сделали нормальный текст и потом вот скопировали то, что осталось на английском. И занесли в текстовый документ. Вот такой короткий сценарий. Вот смотрите, вот здесь тоже. Нажми кнопку ниже, чтобы подать заявку сейчас. Мы здесь можем и надо поменять. То есть кликни по ссылке, кликни по комментарию, кликни куда-то. То есть переделать это все на сайте, оно все подделано под себя. Мы переделали под себя, полученный текст скопировали в текстовый файлик, и тот вариант, который больше всего, на мой взгляд, правильный и предпочтительный, это вот первым вариантом скопировать весь этот полученный свой текст и вставить вот сюда. И вот у нас получится свой сценарий. Получился свой сценарий. Все нужные вещи подчеркнуты. Кликаем «Процесс». Выбираем тот шаблон, который нам нужен. И вот этот коротенький наш текст. С 99% он разобьет на нужные нам сцены. Расставит нужные знаки препинания, будет человеческий голос, и робот снимет нам ролик. Я сейчас не буду превьюшки делать. После того, как все загружено, просмотрено вами, кликайте «Generate» и «Видео». И начинается создание сцен. Вот создаются сцены. Это вот первая строчка. Создаются сцены. Каждая сцена впечатляется как бы. И второй процесс – это создание цельного куска видео. Поскольку у меня сейчас включен и Camtasia, и несколько вкладок, естественно, процесс будет долгий, мы не будем дожидаться, наверное, скорее всего, окончания вот этого самого процесса. Итак, ролик сгенерировался, и у вас будут вот две такие голубые полоски. Вот сразу пришло письмо на e-mail, и вот здесь, прямо отсюда, можно загрузить ролик. Вот он, пошла загрузочка. Также можно экспортировать текст. Вот, допустим, вы сделали, посмотрели в первый раз, вам все понравилось. Экспортируя этот текст в текстовом формате, тексте. И в дальнейшем уже вот этот текст будете брать и с ним работать, подрабатывать. То есть каждый раз то, что те фразы, которые они стандартные у вас будут, их оставляете, а то, что посерединке, те фразы поменяете. Вот, допустим, у меня вот верхнее название можно поменять, нижнее всегда оставлять, а вот то, что между вот этими двумя строчками, уже менять через переводчик и делать под себя. Ну и давайте посмотрим, что же мы получили.
Ну, думаю, понятно. Здесь, ну, во время ролика я, конечно, не делал никакие переделки текста и наложения голоса, чтобы ролик получился короткий. Но вы увидели, как все это создается. Все, теперь перешли или сюда, или вот сюда мои проекты, да, вот на вкладочку. Вот эти проекты. Это все там половинчатое, то, что я делал во время ролика. Ну вот крайний ролик по числу, по времени можно узнать, что вы сделали в итоге. Вот так вот работает этот сайт. Мне он очень понравился. Регистрируйтесь. Ссылка будет в описании на регистрацию. И создавайте свои ролики для всяких социальных сетей. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.